с вами дружить, да? Вот. И поэтому у нас будет школа радости. Меня зовут Ирина Робин. А вот как вас зовут, мы сейчас с вами поиграем. Я сейчас кидаю вам мячик, а вы мне, вы называете всем свое имя и фамилию, да? Так, лови. Левин Филипп. Левин Филипп. Отлично. Так. Волкова Софья. Волкова Софья. Так. София Петрунина. Петрунина София. Так. Артем Федоренко. Артем Федоренко, да, вы помедленнее. Элиза Журавлева. Журавлева, Элиза. Так. Давай. Николай Галическая. Николай Галическая. Так. Давай. Оп. Элиза Ковришна. Ковришна, Элиза. Только Люба Маша. Молодец. Так. Так. Эй. Кристина Кравченко. Очень хорошо. Павлов Иван. Ну, постепенно, конечно, мы с вами более подробно друг с другом познакомимся. Но теперь смотрим, что у нас есть еще. Это наш первый школьный дневник. На первой страничке написано ваше имя и фамилия и то учебное заведение, в котором вы учитесь. Мы с вами сюда записываем все наши очень важные дела. А иногда мы даже можем записывать, что, например, у кого-то завтра день рождения, да? И кто-то кого-то хочет поздравить, да? И мы тоже с вами в этом дневничке можем все записать. Понятно? А теперь, ребятки, у нас с вами вот такой вот листочек. Ну-ка найдите его и покажите его. Вот такой листочек. Да, вот один листочек. И на этом листочке мы сегодня с вами выполним самое первое задание в школе. Когда вы будете выпускаться в четвертом классе, я вам эти листочки подарю. Итак, смотрите, ребята, там, где у вас написано фамилия, вот в этой части листа, да, в первой части листа, нужно написать одно предложение на тему лета. Очень И, ну вот, что написали, то и написали. Молодцы. И слушаем последнее задание. А последнее задание, последнее оставшейся клеточки. Вы можете нарисовать любую картинку на тему лета. Предмет или сюжет какой-то на тему лета. Все, что хотите. Но лучше это только не будет. А мы спрашиваем, разрушаем, помогаем. У вас лежат подписи, если нам они понадобятся, да, то...